Всех приветствую, дорогие друзья, слушаем гости и зрители моего канала. С вами я, Оскар Ринг. По старой работной схеме давненько не выходили видосы, разные там распаковочки. По мелочи думаю. Короче, сейчас одна движуха пришла. Хочу вам просто поделиться, ну, показать, как это, что вообще. Вы обязательно смотрите дальше другие каналы. Подписывайтесь. Видосы, не видосы. Вот, если какие-то будут вопросы, пишите в комментариях. Отвечу там, какой опыт использован, чего, где полетели. Так, вот такая штука, короче, подушка пришла. Еще Траймигеры. Сейчас покажу. Что за движуха, короче, рублей 600 она стоит. Короче, для тех, кто много восседает на компах за компуктером. Вот так вот для жопы. Это, короче, такой чехол. Силиконовый, короче, такая. Очень эластичная. Что там еще больше? Ничего нету, ничего нет. Вот она такая, чисто такая, очень вяленькая. Но чехол, то, что есть, это очень приятно. Видимо, может, прям в чехле можно на ней садиться. Выглядит она вот, вот таким образом. Сейчас мы ее расчехлим. По старой наработной схеме. Так, выглядит она вот так вот. Много видел, короче. А вот таких вот, чтобы обзоров прям вот сумасшедших прям на вот эту вот движуху реально не видел. Вот она так выглядит, очень мягкая, короче, говорит, нормально все будет. Такая тема. Так, чинг. Сейчас мы вот это вот так вот сразу так вот кидаем на любой стул. Я думаю, вместе с чехлом ее нужно, если что, если газуешь, то сразу газы вот туда улетают по бокам, туда-туда. Нормально, чтобы было. Такая вот тематика. Раз, раз. Короче, заземлился. Заземлился успешно. Вот. Аж вспотел, пока распаковывал. Ну, честно, как бы, ну, 1-2 минуты она вообще ничего не скажет. Стул и так мягкий. Вот. Посидим, узнаем. Как говорится, если в раза поживем, узнаем. Посидим, узнаем. Подумаем. Как бы, ну, такая тема. Поэтому всем саламски, аджарач генгис. Суета неизбежна в любом случае. Вот. Если есть вопросы, обязательно задавайте, спрашивайте. Че, где, как, почему. Отвечу с кайфом. Всем хорошего настроения, хорошего лета. С вами был Оскар Инг. Пока, ребята.